Здравствуйте, весы! Это недельный расклад для вас, недели с 14 по 20 декабря. В рабочей и деловой сфере у вас колесница, в любви отношениях принц кубков, в совете карт туз жезлов и в антисовете принцесса жезлов. Ну, на работе, конечно, эта неделя такая важная, потому что старший аркан колесница здесь, могут быть очень важные переговоры, какое-то сообщение. Для кого-то это может быть поездка или командировка, причем такая даже крупная, не то что в рамках недели, но не у всех. Но в любом случае события, то есть это не та тихая неделя, где все нудно и монотонно. Конечно же, по колеснице все развивается, у вас какие-то планы, дела. Для кого-то, если перед вами открылись возможности продвинуться как-то на работе, в бизнесе, это прекрасная неделя, потому что в совете карт туз жезлов. Главное в этом начале грамотно рассчитать свои силы, чтобы не получилось, что вы во что-то там ввязались, начали так оптимистично, с энтузиазмом, а потом через какое-то время обнаружите, что ой-ой-ой, что-то как-то не рассчитал там средства, силы, время и прочее. То есть начинайте. Обязательно, это хорошая очень неделя, но как бы рассчитывайте все грамотно. В любви отношениях принц кубков, то есть для кого-то это может быть знакомство. Естественно, мы помним, что в любовной эмоциональной сфере у нас не только любовные отношения, здесь у нас разные другие близкие и важные для нас отношения. Может быть приезд приятного вам человека. Неважно, там родственника, ребенка, брата, друга, близкого, хорошего на этой неделе. Потом это для некоторых могут быть романтические фантазии, конечно. Это всего лишь может быть ваше эмоциональное состояние, желание любви. Вы можете себе представлять, какого вы принца на белом коне хотите. А для кого-то это действительно знакомство и неделя романтики, каких-то предложений романтических. Очень-очень все красиво. И карты вам говорят: дерзайте, начинайте, смелее. Просто надо в этих всех началах, что отношений, что и в деловой сфере, действительно, не руководствоваться сиюминутным порывом, а как-то думать о том все-таки, чуть-чуть думать о последствиях, потому что принцесса жезлов в антисовете, чтобы не совсем просто потому, что шлея под хвост попала, начинать что-либо, а как-то с энтузиазмом, конечно, вперед, но все-таки немножечко, чуть-чуть рассчитывать последствия. Желаю вам удачи, прекрасная у вас неделя, дорогие весы, удачи во всех делах, в любви, пока!